Бизнесменам Экибастуза все-таки снизят тариф на тепло аж на 35%. В начале сентября мы рассказывали о высоких тарифах на тепло для местных предпринимателей. Они переплачивали в 10 раз больше, чем рядовые потребители. Владельцы мелких продуктовых магазинов ежемесячно платили больше 100 тысяч тенге за услуги местной теплоцентрали. И после выхода нашего сюжета в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики все-таки обратили на них внимание. И уже в октябре бизнесмены получат квитанции за тепло по сниженным расценкам. Департаментом по итогам анализа исполнения тарифной сметы инвестиционной программы было выявлено неисполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму 192 миллиона тенге. По результатам данного анализа департаментом принят приказ 20 сентября текущего года об утверждении временно компенсирующего тарифа на услуги Экибастуз Теплоэнерго, в рамках которого был снижен тариф для юридических лиц с 12 913 тенге до 8 393 тенге без НДС. Но как отреагировали сами предприниматели на эту новость? Довольны ли они решением чиновников Министерства нацэкономики? Мы связались с ними. Даже то снижение, которое нам предложили в размере 35% на некоторый период, не дает права оставлять нас таким тарифом. Почему мы, являясь городом угольщиков и энергетиков, должны платить в два раза больше, чем город Павлодар и город Астана? Предприниматели считают, что столичные чиновники лишь частично решили их проблему. Бизнесмены рассчитывали, что будут платить за тепло по таким же тарифам, как и в Павлодаре. То есть 5000 тенге, а не 8. Именно этого они и намерены добиваться.